Второй день мы находимся в Орске. Люди собираются здесь с раннего утра. Кто ждет спасателей, кто самостоятельно. Потому что, вы знаете, в этой ситуации поражает больше всего одно. К нам вот подошел дедушка один и второй. Единственная их просьба не о вещах, не о каких-то мыслях, что там что-то осталось или что-то спасти, такое. Самое главное, что они просят, это спасти их животных. Плачут, просто плачут. Очень тяжело. Вот мужчина подошел и говорит: пожалуйста, миленький, у меня там собачки, кошечки. Вы же спасите их. Это, наверное, так по-человечески, правильно? В первую очередь думать о тех, кого мы приручили. А потом уже обо всем остальном. Тяжело, очень тяжело говорить и очень тяжело на это все смотреть. Вот когда ты смотришь все по интернету, это совершенно другое. Когда ты здесь, когда ты с людьми, все видишь, что тут происходит, это очень страшно. Поэтому, наверное, самое главное нам оставаться всем людьми, помогать друг другу. И тогда у нас обязательно все получится, мы все преодолеем. Что ты боишься? Смотри, что я тебе дам. У меня сосиска есть. Каёв, идем. Ну, вот он как радуется, хорош, что его спасли, и сосиску дали, и спасли. Вот он как радуется. Ты сюда пойдешь, да ты мой хороший. Там еще одна. Ну, тут надо спускаться. Ну, вон, а там еще во дворе лает. Иди скорей, ну, идем. Смотри, сосиску тебе дадим, иди скорей. Сейчас, наша спокойная жизнь закончилась с того момента, как мы посадили ее на борт. Да? Кази, как мы тебя посадили на борт? Она почувствовала себя как в Титанике. И такая вот плывет. С кем-нибудь попробовать. Спокойный самый песель сидит там. Филя, иди сюда. Где пакет с кормом? Филя. Это нереальный Саша из Москвы, который лазит вот по таким вот непонятным деревьям, которые могут утонуть. Он правее ушел. Чтобы пойти за вправо. Кошкой. Не, он не вовнутрь, я вправо ушел. Я восхищаюсь этим человеком. Вот туда, туда. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Да-да-да, туда. Да, он прям просится. Прям просится. Ой, ты мой хороший, иди-ка. Иди. Это вот специально видео для тех, кто пишет, что люди приехали сюда, вот попиариться. Саша приехал с Москвы. И вот, не жалея себя, спустился в воду, которая достаточно холодная. И пытается спасти кошек вот этой молодой девушки. Поэтому все относительно, у каждого свое мнение.